Это называется доппе. А это туркменский койнек. Ну, это белбак, это байракбак. Для каждой этнической детали найдено свое родное слово. В сквере имени Кирова проходит фестиваль национальных культур. Зрители приехали даже из отдаленных районов Приангарии, Чумского, Катанского, Братского и других. Судя по рассказам, везде в мире добрососедствия живут разные народы. У нас русские, буряты, галендры вот сегодня были представлены и пели наш народный коллектив. Чуваши, татары, белорусы. То есть район очень многонационален. В празднике приняли участие 17 национально-культурных центров. На сцене выступали коллективы, перед ней работали интерактивные площадки. Гости могли попробовать блюда традиционной кухни, принять участие в национальных играх, выучить народные песни. Мы всегда любим этот праздник, особенно когда он в конце лета, начало сентября, теплый, солнечный. И всегда участвуем, обязательно нужен, потому что это очередной раз доказывает, что мы вместе. Независимо от национальности, мы в Сибири, мы сибиряки, и мы любим этот город, эту область, и мы вместе. О любви к малой родине, о единстве культур говорили и со сцены. Собравшихся поприветствовал глава региона Сергей Ерощенко. Мы вместе 3 года работали, и у нас есть хорошие результаты. Самое главное, мы создали хорошую базу для того, чтобы развиваться и смотреть смело в будущее. Иркутская область – великая, замечательная, уникальная область великой России. Фестиваль национальных культур проходит в Иркутске в 5-й раз. Цель – укрепление гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. В этом году кульминацией стал концерт народной артистки России Надежды Бабкиной. Ой, на городе Галина, ой, на городе Галина, 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 чуварики, чуварики, Галина. Галина Тюрнева, Константин Синицын. Новости сейчас.